В районном доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию архивной службы Темрюкского района. От имени главы района Ивана Василевского собравшихся приветствовал его заместитель Александр Зимин. Он вручил почетные грамоты и памятные подарки работникам архивного отдела, а также специалистам, от которых зависит сохранность производственных документов. Значение архива сегодня трудно переоценить, оно неоспоримо. Каждый год количество запросов, количество людей, которые обращаются в архивы, увеличивается, причем в разы. Это без привлечения сокровищества, просто истории. Архивная служба, как бы и тяжело не было, какие бы тяжелые времена не переживала, всегда выполняла и выполняет важные и общегосударственные, и государственные задачи. Не зная своей истории, нет страны, тогда нет государства. Я от всей души поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, добра и благополучия. С удовольствием ходить на работу, получать искреннее удовольствие от своей работы и понимать, что это работа. Сюда, знаете, архивать. Архив как-то вот. Это огромнейший объем, и трудно даже представить себе, насколько он значим. История становления архивной службы – это составная часть истории Темрюкского района. В июне 1924 года постановлением Президиума в ЦИК в числе других районов Кубано-Черноморской области был образован Темрюкский район. В том же году одним из первых на Кубани зарегистрирован Темрюкский районный архив. Каждое архивное дело – это история. История организации, отдельных людей. Однако из огромного количества архивных дел выделяют наиболее ценные. Это распорядительные документы органов власти. Особое, святое место занимают документы, которые касаются периода Великой Отечественной войны, акты расследования немецко-фашистских злодеяний, списки расстрелянных граждан и людей, насильственно угнанных в годы оккупации района. Уникальными архивными делами можно считать метрические книги, записи о рождении, браке, смерти. Самая ранняя из таких книг относится к 1862 году. Особую ценность представляют документы по личному составу, которые используются при подготовке справок по зарплате и подтверждении трудового стажа граждан. Имеются среди них и такие, которые писались на газетных листах в трудное военное и послевоенное время. В коллективе районной архивной службы работают неравнодушные, целеустремленные люди. 14-й год отдел возглавляет Таисия Кванте. Уроженка Темрюкского района, она досконально знает его историю. Знаменательно, что накануне юбилея района и архива Таисии Алексеевне было присвоено высокое звание «Заслуженный работник Государственной архивной службы Кубани». Архив – это хранилище памяти. Это судьба всего района и отдельно каждого человека. И сегодня архивный отдел пополняет свои фонды документами о современных событиях района, чтобы и о нашем поколении осталась память. Нам доверено ответственное и благородное дело – быть хранителями истории района. Поздравления в этот день звучали и от участников юбилейного собрания. Руководитель управления по делам архивов Краснодарского края Валентина Горковенко, куратор Темрюкской архивной службы Елена Рубцова, историки-краеведы, работники государственных и муниципальных архивов края дарили теплые слова виновникам торжества. Ценным подарком для Таисии Алексеевны Кванте стало вручение документов из личного архива почетного гражданина Темрюкского района Миры Исаенко. Выписка из регистрационной книги о браках, а вторая там же. Вот рядышком лежит, это о рождении, еще подписанное каким-то там диаконом и так далее, и так далее. Вот я надеюсь, вы это все приведете в порядок, и вот у вас будет еще, да, это еще было до создания нашего советского района. Закончилось торжественное мероприятие коллективным исполнением гимна архивистов.